Еще раз здравствуйте, уважаемые поклонники тверского футбола. В эфире телеканала «Тверь сегодня» матч 40-го тура первенства России по футболу. Второй дивизион «Зона Запад». Встречаются команды «Волга-Тверь», «Днепр-Смоленск». Матч лидеров, матч команд из группы лидеров. Днепр находится на третьей строчке турнирной таблицы. Наша «Волга» идет пятый. На пятом месте идет футболисты из Твери. Ваш комментатор Александр Гамбург. И мы начинаем второй тайм вместе с главным арбитром встречи. Составы играющих сегодня команд. Начнем с гостей. Футбольный клуб «Днепр». Номер первый – голкипер Антон Смыслов. Номер пятый – Иван Лозенков. Четвертый номер – Анатолий Бакланов. Номер 77-й – Анатолий Беляков. 88-й номер – Владимир Шерозия, полузащита. 17-й номер – Константин Белов. 10-й – Сергей Давыдов. 25-й номер – Евгений Цимбал. Михаил Цветозаров, номер 27. Нападающие – Иван Столбовой, номер 8. И Андрей Прудников, номер 9. Главный тренер команды – Виктор Булатов, помощник – Сергей Филипенков. Футбольный клуб «Волга» в воротах – Петр Устинов, номер 37. Защитники – Иван Резвих, номер 4. Александр Пшеничников, номер 6. Андрей Чванов, номер 2. Вот посмотрим сейчас за моментом. Удар! Опа! Нет. Голкипер первый дотягивается. Вот чуть-чуть бы посильнее бы тыкнуть бы мяч туда как следует. И никакой бы рост, никакая мощь бы голкиперу не позволила поймать этот мяч. Второй номер Андрей Чванов, 27-й Дмитрий Резнюк, полузащита Волжан. 20-й номер Дмитрий Чернухин, 7-й Александр Кабанов. 8-й номер Сергей Хомутов, капитан команды. 34-й Андрей Арлашин. И нападающие, два нападающих традиционно: Эрик Корчагин, номер 19, и Алексей Антонников, номер 10. Главный тренер команды Виктор Викторович Демидов. Первый тайм прошел при равной борьбе. Если вы не смогли посмотреть его, не успели к началу трансляции, напомним, что единственным статистическим показателем первого тайма является желтая карточка нашему полузащитнику Чернухину. Он получил ее за грубый фол на 20-й минуте встречи. В целом игра была равна. Команды в основном бились в центре поля. Было больше борьбы, чем как такового футбола. И вратари не так часто вступали в игру. Там буквально несколько раз таких вот прям мега-сейвов ни у кого из них не было. Пока самые активные на этом поле, на этом стадионе, это болельщики Тверского клуба. И единственный болельщик из Смоленска, который порой перекрикивает наших фанатов. Главный судья встречи, забыл я вам его указать, Денис Мореев из Москвы. И на стадионе «Химик» порядка трех с небольшим тысяч зрителей. Если кто-то не знает, то команда «Волга» в черно-синий, в черных футболках и синих трусах, шортах, как вам удобнее. Футбольный клуб «Днепр», красные футболки и черные трусы. Боксер теперь терминологии, вот, честно говоря. Кому как ближе. Будем надеяться, что во втором тайме у «Волги» получится намного больше, чем могло получиться в первом. Замен после первого тайма произведено не было. Напомню, что по регламенту разрешено 5 замен со стороны той и другой команды. Вот сейчас. А что, штрафного нет? Какая-то девушка кричит пенальти, но нет. Мне даже отсюда издалека было видно, что никакого пенальти там не было. Возможно, был штрафной, но арбитр пока что пожалел футболистов из Смоленска. Правым флангом пытается атаковать «Волга». Вот тут... Оп! Ну что, сам упал, конечно. Правильно показывает Алексей Антонников. Никто его не трогал. Сам падает. Сергей Давыдов. Ну кому же сбросил? А вот Иван Резвих. Вот тут хорошо Кабанов подхватил мяч. Пас назад.
подключение Дмитрия Резнюка снова. Идет сам. Вот Дима хороший матч сегодня проводит. К сожалению, пока не очень плодотворно. Вот, удар по воротам. Ох, вот это, да, хорошо. Достаточно сильно Иван Резвих как раз бил. Но мы знаем его удар, как он со штрафного, со штрафных порой кладет и в девятки, и под перекладины, куда вам угодно. Но, к сожалению, сейчас точно в руки вратаря. Не так-то просто пробить этого голкипера. Или мне кажется, или действительно немного поактивнее начала «Волга» второй тайм. Какие-то корректировки. Корректировочки в расстановку команды внес главный тренер Виктор Демидов. И будем надеяться, что они принесут свои плоды уже в самое ближайшее время. Кажется, что чуть-чуть побыстрее стала играть наша команда. Ну или, может быть, просто как следует отдохнули в перерыве между таймами. Чернухин с мячом. Пшеничников. Снова Саша с мячом. Ах, не зацепился за мяч Эрик Корчагин. И сильно-сильно вперед. А вот тут, ну-ка побороться, побороться. Андрей Прудников здесь в одиночку борется против целого... целой когорты защитников футбольного клуба «Волга». Наши уверенно справляются. Чванов дает пас на фланг. А сейчас через центр. А ну-ка попробовать. Ох, как все в касании. Классно сыграно. Смотрите, как играет. Ну что? Под удар. Удар по воротам. Рикошет. Ох ты, защитник мяч выбивает. Это Эрик Корчагин пытался прорваться к воротам. Нет, нет, к сожалению, не смог. Не нужно было, наверное. Вот он выходил фактически один на один, но еще лишний пас. И помешал он, к сожалению, помешал развитию нашей атаки. Эрик в следующий раз чуть понастойчивее и чуть попрямее. Никаких пасов, ты нападающий. Бери мяч и бей. Активно, активно. Ой, ну это фол, нет? Нет? Ну как так? Как же так? Или... Ну, друзья мои, не знаю, я сейчас чисто просто сбили игрока футбольного клуба «Волга», но арбитр проигнорировал этот эпизод. Активно начали наши футболисты, и очень хочется надеяться, что в самое ближайшее время что-нибудь живое и настоящее родится около ворот Антона Смыслова. Левым флангом атакуют футболисты Днепра. 17 номер Константин Белов отдает пас. А что, еще один фол, да? Еще одна желтая карточка. А, ну блокировочка. Блокировочка, конечно, со стороны Ивана Резвиха. Ну и да, вот Иван получает желтую карточку. Это второе предупреждение в матче и, к сожалению, второе в составе нашего клуба. Днепр пока играет почище. Ну, в целом, матч абсолютно не грубый. Такая, как я уже сказал, идет бескомпромиссная борьба, в которой пока вот, если брать нарушения, преуспевают футболисты из Смоленска. Константин Белов с мячом, подача в штрафную, сутолок и снова в штрафной, и защитники уверенно выносят мяч вперед. К сожалению, некому там за него зацепиться. Лозенков с мячом, ох, какой пас разрезающий, но не догонит мяч. Белов уходит. Ваут. На правом фланге защиты «Волги» мяч. Вот сейчас снова как-то не слишком аккуратно сыграли наши защитники. Мяч подхватил Анатолий Беляков, защитник Днепра. И снова вот так вот абы куда мяч выносится. А вот в пользу «Смолян». Thank you.
Давайте, друзья, соберитесь. Нужно как-то поактивнее там отбирать у ребят из Смоленска этот мяч. Вот снова пошел в атаку. 17 номер Константин Белов. Пас слишком сильно, и Светозаров не успевает к мячу. Ну, вот он всем, по-моему, себе подыграл. Это Беляков, защитник, вот повтор предыдущей атаки. Всем чем угодно подыграл, но ничем не закончилось. И плечом, и головой, и коленом. Но пока оборонительные редуты «Волги» непроходимы. На своей половине поля перекатывает «Волга» мяч. Вот сейчас пас вперед. Зацепиться там только нужно. Но Днепр, знаете, тоже стоит очень уверенно в защите. Я бы даже сказал, команда больше настроена на ничью, чем наши футболисты. Больше заботятся об обороне, нежели о собственной атаке. Осторожный футбол показывают обе команды. Посмотрим. «Волге» уже необходимо постепенно раскрываться, если они хотят получить какой-то результат в этом противостоянии. Лозенков на фланге вводит мяч из аута. В чем там дело? Это фол. Фол, по-моему, локтем двинул игрок Днепра нашему футболисту. На газоне Дмитрий Резнюк. Силовая борьба, да. Ну что, без карточки обойдется на этот раз. Вот почему не предупреждает наших и не предупреждает футболистов Смоленска? Локтями-то вообще нельзя играть. Вот смотрите, повтор. Ну куда вот он? Жестко очень шел, но извинился, может быть, за это простил его арбитр сегодняшнего матча Денис Мареев. Ну а вот здесь точно фол, но здесь уже надо давать желтую карточку. Ну что там? Нельзя играть, это же свисток был. Куда? Успокоиться надо страстям. Сейчас тут еще и болельщики достаточно нелицеприятные вещи кричат в адрес и игроков из Смоленска, и судейского персонала сегодняшнего матча. Посмотрим, как сейчас разберется. Вот желтая карточка. Это, по-моему, Анатолий Беляков, да, получает за фол, но в итоге разборки вот эти после фола уже ни к чему не привели, пока вот судья решил ограничиться одной желтой карточкой. Ну, грубо, конечно, здесь не в мяч, а в ногу, прям вот по колену ударил нашего игрока. Далеко от штрафной, к сожалению, не слишком опасное стандартное положение. Посмотрим, как сейчас получится разыграть его у наших футболистов. Хомутов у мяча. Ну что это? Ну, у Сергея сегодня не получается абсолютно ничего в плане стандартных положений. Еще один удар по воробьям. Не знаю, может быть, устал, может быть, все-таки возраст уже сказывается у нашего ветерана, у главного ветерана тверского футбола. Не знаю, как по мнению нашего главного тренера, но я думаю, может быть, все-таки попробовать усилить атаку. Вот, кстати говоря, фанат Днепра оделся, замерз. Ну, как я говорил, солнце уже все ниже и ниже падает за горизонт, уходит на закат, так скажем. И сейчас он уже пока одел только футболку, у него там припасены и более теплые вещи. Будем надеяться, что игра в исполнении его команды не даст ему снова разгорячиться и снять с себя все вот там. Ведь смотрите, сколько его там охраняют сотрудников правопорядка. Я не знаю, словно какого-то, не знаю, терминатора, киборга. Такое ощущение, что он сейчас пойдет просто к нашим фанатам. Ну так вот, я бы все-таки немножко начал усиливать уже нападение. Возможно,
Ну, не знаю, насчет третьего форварда, может быть, выпустить немножко назад оттянуть Алексея Антонникова на позицию атакующего полузащитника, а вперед выпустить или Александра Елисеенко, или Дмитрия Белова, например. Ну, мы сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что придумает Виктор Демидов, главный тренер нашего коллектива. Еще один просто, не знаю, со стандартами просто беда сегодня какая-то у тверских футболистов. Вот, по-моему, там как раз готовится замена. К сожалению, не вижу я пока, кто собирается выходить на поле. Так, а вы знаете, это Дмитрий Белов. Вот, видимо, услышал меня Виктор Викторович Демидов. И собирается выпускать на поле Дмитрия Белова. Посмотрим. Судью обозвали желтым. Давай, Дима. Да, болельщики очень любят Дмитрия Белова. Один из главных наших нападающих. И меняет он, кстати говоря, Эрика Корчагина, который 10 минут назад запорол верный выход 1-1. Зачем-то начал отдавать пас назад. Наверное, проникся комбинацией. Помните, да, наверное, эту комбинацию, кто смотрел, кто не отключался от нашей трансляции. В одно касание разыграли четверо футболистов нашей команды. Быстро вывели Эрика на удар, но он немножко затормозил комбинацию, отдал пас назад. И вот сейчас уходит с поля. Вместо него на зеленый газон Химика выходит Дмитрий Белов. Очень надеемся мы на Диму. Очень хочется, чтобы он показал себя сегодня во всей красе. Ну а пока штрафной исполняют футболисты Днепра. Стоит, к слову, отметить работников стадиона «Химик». Вы знаете, поле в прекрасном состоянии. Ну, есть небольшие там залысины около угловых флажков и чуть-чуть в штрафной площади. Но вы знаете, если учесть, что буквально неделю назад, чуть побольше, здесь еще лежал снег, поле в прекрасном состоянии, трава уже наклевывается, такая очень хорошая. Вот, и я думаю, что к следующему домашнему матчу, который будет 12 мая, поле стадиона будет просто в прекрасном состоянии. Минута 63. Игра пытается взорваться. В первую очередь пытаются взорвать ее наши футболисты, но пока все это не приводит к никакому результату. Вот будет бросать, а вот нет. Алексей Антонников поступил мяч Ивану Резвиху. Болельщики даже не собираются покидать поле, трибуны. Продолжают болеть и продолжают надеяться на результат. Замена в составе футбольного клуба «Днепр». Выходит на поле Антон Мамонов, номер 19, а ушел Михаил Светозаров, 27 номер. Вот штрафную подачу. Ну, наконец-то выиграли мы один раз. Правда. Вот сейчас может быть опасно. В центре поля с мячом Александр Кабанов. Пас на фланг. Это Резнюк. Подача в штрафную. Побороться? Нет. Нет, нет, нет. Снова мяч отскоком от газона приходит в руки голкиперу Смыслову. И уже пытается по левому флангу атаковать футбольный клуб «Днепр». Второй подряд матч у «Волги» матч с лидерами. До этого они играли со своим соседом по турнирной таблице, футбольный клуб «Локомотив-2» Москва. Это не дуб. Вот сейчас посмотрим, что здесь будет. Потолкаться Диме нужно. Нет, нет, выйдет мяч. Это не дубль «Локомотива». Дубль «Локомотива» играет в турнире дублеров в чемпионате страны. Это просто команда «Локомотив-2» московская. И вот она сейчас занимает место чуть повыше нас, на пятом месте
футболисты «Локомотива-2». И вот наша команда на стадионе «Химик» обыграла в прошлом матче со счетом 1-0 московскую команду. Часто задаются вопросом, почему... Ну, давайте вот мы сейчас посмотрим этот стандарт, и потом я вам расскажу такую небольшую историю. Вот, может быть, очень опасно. Ну что, бей! Удар Димы Белова! Парирует вратарь. Ох, как... Еще один удар от Антона. Ох, вот это момент. Это Александр Пшеничников бил классным дальним ударом, но голкипер справился. Вот сейчас класс и рост, и мощь просто во всей красе. Посмотрим повтор. Смотрите, удар Белова парирует. Защитник не сумел подстроиться под мяч. И вот смотрите, повторный удар Пшеничникова. Классный сейв. Классный сейв снова в исполнении Антона Смыслова. Вот теперь мы видим, что это вратарь отличного такого российского, скажем так, уровня. Ну вот, вот, что-то начинает наклевываться у футболистов из Твери. Здорово они атакуют. Можно два подряд таких плотных, хороших ударов в створ. Один из штрафной Дима Белов пробил. И следом за ним из-за штрафной отличный удар получился у Александра Пшеничникова. Но, к сожалению, снова справился Антон Смыслов с этим моментом. Давайте, 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 наши дорогие, пора, пора, пора брать игру в свои руки. Очень, честно говоря, переживаю я. Вот еще один момент по центру. Можно прорваться. Пас, может быть, лишним сейчас не закопаться бы здесь. Или что? Удар по воротам. Ох, ё-моё. Мимо, мимо, мимо. Вы знаете, нервы, нервы просто хоть, не знаю, хоть ногти грызи, не скажешь по-другому. Нагнетают, нагнетают наши футболисты. Очень хочется, чтобы влетел, наконец, пятнистый друг в ворота Антона Смыслова. Посмотрим. Ну так вот, я как хотел вам рассказать, что сейчас на поле у нас происходит. А, неправильно, неправильно введен мяч. Неправильно введен мяч вратарем. Вот даже, видите, он... Такое ощущение, что он заигрывает с боковым арбитром. Показывает, правильно я мяч установил. Боковой судья кивает головой. Голкипер улыбается и вводит мяч второй раз уже на этот раз более правильно, чем в первый. Ну так вот, многие поклонники футбола в Твери спрашивают, почему в составе «Волги» нет легионеров. Объясняю, во втором дивизионе запрещены... Запрещено выступление легионеров из дальнего зарубежья. Вот, ну, вы помните, что у нас играл Имин Агаев, но у Имина есть, есть российское гражданство. Сейчас он закончил и уехал уже к себе в Азербайджан. Там, по-моему, начал тренерскую карьеру. Вот сейчас еще одна желтая карточка. Предупрежден Константин Белов, 17-й номер футбольного клуба «Днепр». И свалил он на Ване, на Иване Резвихе. Замораживает ногу Ивану. Будем надеяться, что это не заморозит его игру в сегодняшнем матче. Его правая нога сегодня бы очень была бы нам кстати. Очень бы нам пригодилась при розыгрыше стандартных положений около ворот гостей. 68-я минута матча. Четверть тайма. Четверть матча у нас осталось сегодня в нашей трансляции. 0-0 по-прежнему. Вот сейчас еще одна. Вот смотрите, через центр начали проходить атаки тверичей. Пас, еще один. Пас касания, ударить надо, удар по воротам. Блокирует удар Дмитрия Чернухина. Защитники Днепра ложатся под мяч. И что? Головой должен быть, нет? Ну что вы, товарищ судья, ведь там мяч рикошетом ушел от защитников. Двое ложились, одному точно в ноги попали. Порой очень хочется, чтобы арбитры выходили на матч как минимум с линзами в глазах. И любое маломальское нарушение разглядывали. Мне кажется, это намного лучше, чем ввод тех же самых видеоповторов в мировом футболе. Андрей Арлашин с мячом на фланге. Накрутил двоих, пас. А если еще раз пробить? Уходит в центр, ну, опять задержал, может быть, неударная нога.
была. Это Иван Резвик как раз, по-моему, был с мячом. Сейчас же с мячом с Александром Пшеничников. В центре поля снова такой дальний пас вперед. Выигрывает. А ну-ка, Андрей. Снова идет в обводку, уходит на левый фланг, вглубь туда. Пас назад немного, на угол штрафной. Короткая распасовка, мяч у футболистов «Волги». Ну вот, хорошая такая давка началась со стороны футболистов «Твери». Снова на левом фланге мяч. Пас в центр. Дмитрий Резнюк как-то немножко потерялся из игры. В первом тайме он часто попадал в объективы наших видеокамер, подключался к атаке. Сейчас за него дирижируют другие наши футболисты. Вот какая тут серьезная силовая борьба. Иван Резьбих такой, ну, хоть и плечистый, но недостаточно высокого роста, сошелся с высоченным и мощным футболистом футбольного клуба «Днепр». В итоге атака снова развивается через левый фланг. Вот тут очень активно сейчас задействует Андрей Арлашин. И вот очередной финт в исполнении Андрея. Сбивают нашу молодую звезду. А, нет, я бы не сказал бы, что там был какой-то острый фол. Что у нас там, аут? Аут, да, наверное, будет в сторону гостей. Ну да, согласен. В этом эпизоде с арбитром согласен, особо нарушения на Андрея Арлашине не было. По-моему, еще одна замена готовится у гостей на кромке поля. 23 номер, это полузащитник. Ой-ой-ой-ой-ой, а вот это фол. Виктор Слепцов готовится выйти у Днепра. И вот еще один фол, и очень опасный штрафной сейчас будет. Пенальти требует у арбитра, но нет, там около метра, наверное, метр-полтора от гранита штрафной площади. Сейчас будет очень опасный штрафной, и это прекрасная точка для Ивана Резвиха. Еще раз смотрим повтор. Ну, конечно, сзади он там прошелся как следует по ногам нашего футболиста. Желтую карточку, кстати говоря, получил Сергей Давыдов, 10 номер. И, по-моему, кстати говоря, его и меняют. Да, выходит Виктор Слепцов, номер 23, на поле выходит Виктор Слепцов, извините, и покидает поле Сергей Давыдов, номер 10. Опаснейший штрафной, и по традиции барабанный грохот на трибунах «Химика». Подо мной даже трясется комментаторская кабина. Вот Давыдов, кстати говоря, не торопится покидать поле. Ну, вы знаете, как я уже сказал, по всей видимости, Днепр играет на ничью. Я думаю, что в гостевом матче ничья будет расцениваться как хороший результат. 5 игроков Днепра в стенке. Туда же подстраиваются трое наших футболистов. Какая массивная стенка, там чуть ли не пол команды из Смоленска скопилась. Голкипер Смыслов расставляет стенку. Сам занимает место в правом углу. Ждем исполнения опасного штрафного. У мяча Александр Кабанов. Тут же Дмитрий Чернухин. И Пшеничников. Ну, кто будет исполнять? Что-то затягивается. Удар по воротам! Мимо. Мяч летит далеко от штанги. Эх, немножко правее. И, я думаю, попал бы мяч точно в угол ворот. Замена у «Волги». Вместо 8 номера Сергея Хомутова, капитана команды, передает он капитанскую повязку Ивану Резвиху. На поле появляется номер 31, еще один ветеран, недавно перешедший в наш коллектив из Вышнего Волочка, 31 номер, Арслан Айдемиров. Только победа нужна нам в сегодняшнем матче, и мы очень хотим, что в ближайшие 16 минут, я думаю, что вы, дорогие телезрители, не менее ждете этой победы. Будем
надеяться, что в ближайшие 15 минут «Волге» все-таки удастся воплотить свое игровое преимущество в забитый мяч. 75-я минута у нас. И вы знаете, может быть, конечно, люди начали замерзать на дальней трибуне, а может быть, просто уже открыли бесплатный вход за 15 минут на «Химике». Но вот дальняя трибуна, солнечная, как ее называют в народе, начинает постепенно-постепенно заполняться. Да вы и сами это видите. По сравнению с первым таймом, зрителей там существенно прибавилось. Редкая атака Днепра. Здесь они пытаются что-то придумать на левом фланге. Вот сейчас с мячом был Анатолий Беляков. Вот сейчас снова Беляков с мячом. Рвется вперед. Настырный такой защитник. И ничего не остается нашим защитникам, кроме как выбить мяч в аут. Белов бросает за боковой. Мамонов вышел на замену с мячом, но теряет его. Волжане переходят в атаку. Нет, снова. Ну, верховая борьба сегодня вся. Если бы вся за футболистами гостей, если бы сегодня мы играли в баскетбол, боюсь бы, тверские футболисты проиграли бы. Вот какая опасная атака. Снова тут проход. Еще один фол. Еще один штрафной. И снова очень опасно. Рядом еще один подкат сзади. Посмотрим, что это за футболист. Стоит на коленях. Выпрашивает. Выпрашивает помилование у судьбы. Но у судьбы, оговорился, хорошая оговорка по Фрейду. У судьи. И вот, кстати говоря, Иван Столбовой получает желтую карточку, бывший игрок футбольного клуба «Волга». Еще один опасный стандарт, но вы знаете, два штрафных, как вот мы раньше играли, да, в американку во дворах, за два штрафных третий дают пенальти. Два штрафных или пять угловых, после них обязаны просто дать 11-метровый штрафной удар. Ну, посмотрим, пока штрафной, голом, знаете, гол начинает назревать, очень хочется мне и всем болельщикам, которые пришли на стадион, и все, которые смотрят нас сейчас по каналу ТВС. Удар по воротам в стенку на этот раз. Да что такое, согласен я с девушкой, которая сейчас крикнула здесь буквально на всю ложу VIP. Действительно, что такое? Почему не получаются сегодня стандарты? Почему не получаются удары? Петр Устинов внимательно подошел к этому мячу, вышел к краю штрафной и забрал мяч первее, чем нападающий из Смоленска. Давайте еще раз немножко поговорим о возможностях тактических изменений в нашем составе. Вполне может быть на поле Александр Елисеенок, наш 11 номер, чистый нападающий, совсем молодой парень, и я думаю, что может он достаточно серьезно усилить игру. Я думаю, что пора бы уже идти в ва-банк Виктору Демидову выпускать третьего нападающего и последние 10 минут играть с тремя нападающими в атаке. Посмотрим, к чему это приведет, да тем более Днепр-то фактически сел уже к своим воротам. Вы сами могли буквально 5 минут назад наблюдать, как менялся Сергей Давыдов, так нехотя убегая к бровке. Параллельно проходит ряд матчей 40-го тура чемпионата России во втором дивизионе зоны «Запад». Вот сейчас посмотрим эту атаку. Нет, ничем. Она не заканчивается. Может быть, вторым темпом попробовать? Снова мяч у наших футболистов. К сожалению, не вижу я там у кого снаряд. Нет, теряют наши мяч. Итак, в Вышнем Волочке проходит встреча волочанин Ратмир, Локомотив 2, Москва. И вы знаете, очень ободряющие вещи приходят к нам со стадиона в Волочке. 2-0 ведет футбольный клуб «Волочанин». Это значит, что если последние 10 минут там ничего не изменится, то «Волочок» уйдет наконец-то с незавидного последнего места в турнирной таблице и опустит туда футболистов из Орехова-Зуева, команду «Знамя труда». «Волочок» борется за выживание, и очень бы хотелось, чтобы
наши областные соседи остались во втором представлять Тверскую область во втором дивизионе чемпионата страны. В Костроме проходит матч лидеров «Спартак». Костромской принимает питерский «Петротрест». И со счетом 1-0 там пока выигрывают гости футбольный клуб «Петротрест». Стоит отметить тот факт, что Костромской «Спартак» не слишком удачно начал третий круг чемпионата страны во втором дивизионе. Команда вполне может потерять лидерство, и если сейчас на последние 10-минутку не сравняет счет в матче с санкт-петербургским Петротрестом, то рискует опуститься даже на третье место в турнирной таблице. Игра в Вологде проходит. Череповецкая Шексна играет с футбольным клубом Псков. И даже не родной стадион не мешает череповчанам побеждать. Со счетом 3-0 ведет пока Шексна. В Пскове тоже вынесенный матч. Играет Мурманский Север и Вологодская Динамо. Со счетом 4-0 ведет команда из Мурманска. В Санкт-Петербурге проходит встреча Карелия-Петрозаводск. Динамо-Кострома со счетом 1-0 ведет как раз такие условные хозяева команда Карелия. Ивановский текстильщик со счетом 1-0 у себя дома выигрывает у аутсайдеров турнира команды «Знамя труда». Ну и последний матч тура. Футбольный клуб «Истра» из Подмосковья, подмосковное дерби так называемое, выигрывает у «Сатурна» из Раменского со счетом 2-1. Матч проходил в Химках. Вот видите, фактически все сегодня домашние матчи являются недомашними. И очень радует, что наша Тверская «Волга» проводит свой матч на стадионе прекрасно подготовленного «Химика». 82-я минута, как-то немножко успокоилась игра, пора бы уже... Я все-таки намекаю нашему Шлюему, положительные флюиды, нашему тренеру Виктору Демидову, чтобы он выпускал еще одного нападающего. Вот сейчас еще одна атака. Снова через центр, пас направо. Подключается к атаке Резьбих. Еще один пас, это Алексей Антоников. Эх, теряет мяч. Очень цепко сегодня действует защита гостей. Что, не наш аут? Ой-ой-ой-ой, не нужно там Ивану Резвиху, у него уже есть желтая карточка, не нужно сейчас повышать градус матча. И Виктор Демидов тоже там, да, сказал, внес свою лепту, сказал пару ласковых в адрес судейской бригады. Вот еще один пас, снова здесь с мячом Денис Арлашин идет по флангу. Нет, пас чуть назад, подключает Резнюка. Пас на дальний фланг. Снова ошибка. 7 минут остается у футбольного клуба «Волга», чтобы выиграть матч за 6 очков в рамках 40-го тура первенства страны. Сегодня тверская команда встречается с футбольным клубом «Днепр» из Смоленска. 0-0, как вы видите на своих табло. Вот сейчас Алексей Антонников по флангу здесь обводит. Борьба на левом фланге нашей атаки. Ну что, может быть, снова Денису отдать мяч? Короткая перепасовка, очень здорово. Пас-центр, снова прерывают. Ну, хороший там прессинг устроили, здоровски. Вот, Денис Арлашин с мячом. На дальнем от меня фланге проходит игра. К сожалению, не вижу я всех номера игроков, которые... Там представлено. Вот, Денис Арлашин с мячом. Ну что, пробей. Андрей Арлашин, извините, все его Денис. И удар. И что, пенальти? Вот видите, я же говорил я вам, что за каждый второй штрафной дают 11 метров и ставят за 5 минут до конца игры. Ну, за 6 минут, да, я уже все. Ой, это здорово. 11-метровый назначается в сторону ворот команды из Смоленска. Предупрежден Иван Лозенков. Пятый номер. Сейчас мы посмотрим, за что же там дали нарушение. По-моему, в руку там мяч попал после удара Андрея Арлашина. Еще раз извините меня за некоторую путаницу с его братом Денисом. Вы знаете, их
грех не спутать, потому что оба классные футболисты, оба атакующие полузащитники и, самое главное, что близнецы. Будем надеяться, что и Денис когда-нибудь вернется к нам в команду. Пока же вот после удара Андрея Арлашина мяч попадает в руку игрока гостей. Предупрежден Лазенков, и пенальти сейчас будет пробиваться в сторону команды Днепр. Реальнейший шанс сейчас отличиться в нашем матче. Реальнейший шанс наконец-то вырвать победу эту за 5 минут до конца встречи. Кто у нас будет исполнять? Ну, я думаю, претендента 2. Это защитник Иван Резвих и лучший бомбардир команды и штатный ее пенальтист Алексей Антонников. Сейчас посмотрим. Да, вот, по-моему, как раз Леша у мяча. Высокий голкипер, да. Порой бы, я бы, если вот так вышел к точке, я бы, мне кажется, может быть, даже немножко испугался. Но Алексей Антонников на то и пенальтист. Свистит арбитр. Алексей разбегается. Удар по воротам. Гол! Гол! Ура! 1-0. 1-0 повела наша «Волга». Это Алексей Антонников забивает первый, и я надеюсь, победный мяч в этой встрече. После игры рукой в штрафной площади Алексей Антонников, не буду я пока ничего говорить, выводит нашу команду вперед. 1-0. Радуется глава Твери. Ложа ВИП тоже вся в восторге. Хорошо, развел мяч и вратаря. Точно исполненный удар. Очередной мяч Алексея Антонникова. Ну вот теперь полегче. Ох, проглотил я комок, который был большим в первом тайме, стал помельче во втором, и вот сейчас так немножко отпустил. Ну, теперь, ребята, надо просто додержать эту победу. 1-0 впереди команда «Волга-Тверь». Вы знаете, нет, давайте я пока ничего говорить не буду. Дождемся финального свистка и посмотрим, чем это закончится. А уже потом будем прицениваться в турнирной таблице. Вот, пошли замены. Странно, третий номер выходит на поле у Днепра. Но вообще под таким номером выходят обычно защитники. Игорь Андреюшкин появляется на поле. А меняет он. Какая интересная обратная замена у нас. Заменил он Виктора Слепцова, который вышел на поле 15 минут ранее, на 73-й минуте. Ну, а вот теперь и нашим уже можно тянуть время, можно выпустить кого-то, того же самого, ну, нападающего, я теперь уже не знаю, возможно, защитника или полузащитника. У нас в запасе есть еще Максим Киселев, Александр Елисеенок. А, ну вот как раз, да. Ну, вы видите, я сегодня просто так предсказатель работаю. Максим Киселев выходит на зеленый газон и меняет он Андрея Арлашина. Молодец, Тверской Аршавин убегает с поля. Не знаю, кстати говоря, надо будет пообщаться с Андреем и спросить вообще, уместно ли в эфире его сравнение со звездой российского футбола, форвардом Арсенала, извините, атакующим полузащитником Арсенала, а ныне арендованным питерским «Зенитом». Может быть, Арлашину не нравится подобное сравнение, он хочет быть именно вот тверским Арлашиным. А что здесь, угловой? Угловой удар будет около Днепра. 2 минуты до конца основного времени матча. Ну, посмотрим, были замены. Я думаю, что не менее 2 минут должен добавить арбитр сегодняшней встречи Денис Мореев к основному времени матча. Какой угрожающий там пиратский флаг висит на ограждении стадиона «Химик». Это, наверное, какой-то символ тверских фанатов. Обязательно тоже потом уточню. Вот подачу с углового. Снова верховая борьба за футболистами Смоленска. Петр Устинов сильно выбивает мяч вперед. Можно попробовать атаковать. Сейчас футболисты из Днепра должны пойти вперед, устроить прессинг нашим футболистам. И все-таки не хотелось бы, чтобы это чем-то закончилось. Остается минута играть. Вот с мячом 17 номер Константин Белов. Пас на Белякова. Длинный
длинная верховая передача вперед, выигрывает здесь вверх, ну так, не ошибаться, не надо, ребята, сейчас это чревато, чревато. Антон Мамонов с мячом, пас назад немного. Прудников, удар по воротам, ну нет, это не опасно, это семечки. Семечки для Петра Устинова. Меньше минуты до конца основного времени матча. Давайте, друзья, нужно всего лишь только додержать победный счет в этом матче. Спокойно поиграть в защите, возможно, как-то немножко попрессинговать впереди, чтобы не дать развить быструю атаку. Вот снова фол тут со стороны наших футболистов. Три минуты добавляет основной арбитр встречи к основному времени матча. И у нас замена вместо Алексей Антонников, автор, будем надеяться, победного мяча в этой встрече, выходит Александр Елисеенок, номер 11. Молодец, Леша, большое спасибо тебе за реализованные пенальти. Снова результативная игра, хоть и со стандарта, но это все равно гол, все равно результативное действие. Овациями провожают трибуны нашего Голеадора. И вот штрафной опять около наших ворот. Не надо, друзья, тут все должно быть спокойно. Мяч уходит. Нет, решил не рисковать. Выбивает мяч в аут наш защитник. Почти минуту сыграно дополнительного времени второго тайма. В атаке Днепр. Рукой подыграл себе футболист из Смоленска. Тут уже плечом играет. Прям, я не знаю, прям какой-то... Как там в НБА есть? Забыл. И вот, кстати говоря, повтор. Пока я не буду говорить. Повтор гола в ворота Днепра. Развел мяч и вратаря. Смыслов в одном углу, мяч в другом. 1-0 Волга повела. Следующий матч наша команда проводит в Орехово-Зуево 2 мая. В гостях они встретятся с аутсайдером зоны Запад, командой Знамя Труда. После будет встреча, если я не ошибаюсь, с футболистами Вологды с Динамо. И следующий домашний матч пройдет 12 мая с соперником Волги на стадионе «Химик». Будет, по-моему, Костромское «Динамо». Извините, дорогие друзья, нет у меня под рукой никаких средств, чтобы посмотреть расписание, ни программки, ни интернета. Но это все вы можете, опять же, узнать на официальном сайте футбольного клуба «Волга» fk-volga.ru. Последняя добавленная минута пошла к этой встрече. Ну что, можно уже, наверное, говорить о том, что «Волга» побеждает все-таки в этой игре. Это не финал Лиги чемпионов 99 года, где встречались Манчестер Юнайтед и Бавария. Я думаю, что здесь подобные чудеса, к счастью, не произойдут. Так вот, «Волга» побеждает, набирает 3 очка. И вы знаете, никаких новостей новых из «Волочка» не приходит. Проигрывает наши соседи по турнирной таблице футбольный клуб «Локомотив-2». И в этом случае «Волга» поднимается на 5 место в турнирной таблице и начинает еще активно претенговать тройку лидеров, которую, напомню, составляет футбольный клуб «Днепр», «Петротрест» и «Костромской Спартак». Ну, пора уже свистеть, товарищ арбитр. Давайте закончим сегодняшний матч. Фанаты уже активно готовятся поблагодарить наш клуб за сегодняшнюю победу. Ну, я думаю, что сейчас Петр Устинов выбьет мяч вперед. Ну да, вот он, финальный свисток. Ура, ура, ура. Дорогие друзья, поздравляю вас с победой в сегодняшнем матче. Волга-Тверь обыгрывает наших гостей, футболистов Смоленска, клуб «Днепр» со счетом 1-0. Самое настоящее дерби лидеров выиграно. 1-0, мяч на 86-й минуте, с пенальти забил главный бомбардир нашей команды Алексей Антонников. Любите футбол, играйте в футбол. Весна, самое время начать подтягивать физическую форму. В студии был ваш комментатор Александр Гамбург, телеканал «Тверь сегодня».
и впредь продолжит вас баловать тверским футболом и не только. Следите за нашим телеканалом. До встречи. Пока.